квест с башней закончился. Можно либо вопросы пособирать, если они тут есть еще. Их прилично. Иди сюда.
Вода поднимается. Здравствуй, Эйвор. Здравствуй, Герн. Покажи мне свой. Будь здоров. Эта дама, кажется, недовольна вашей компанией. Дама? Какая такая дама? Ты что ж, ухов ее не видишь? Это же эльфка! А эльфы, неизвестное дело, всегда замышляют. Ничего я не замышляю. Мне воды набрать надо. А во что ее наберешь? Где у тебя ведро, а? Почему ты не скажешь правду? Как же это почему? Потому что нелюдь, а у них вранье в крови. Ты, ведьмак, гладким личиком не обманывайся. С виду эльфы все из себя, как на картинке, а внутри гнусь наихудшее. Это не мое дело, договаривайтесь сами. Что нам с ней делать, брат? У тебя белые, как у сына Мельника. По-моему, стража огня ее надо сдать. Пожалуйста, вы же знаете, что они со мной сделают. Ладно уж, иди. Только чтоб я тебя тут больше не встречал, эльфья сука. Кто сеет гречку спросом, кто ходит голый после. Милый, дядька, спать. Какая из меня ведьма, я тоже.
только мази делала. Для себя. У меня кости болят. Так и шла бы к Цирине. Но! Кристоф может строгий. Для тебе чего, ау! Мастер? Берегись! Прошу! Прошу! Что у тебя там? Будь здоров. Да ну, что ты? Давайте выпьем, а то ж темнеет. Не жарко в такой путь. Хочешь?
чего-нибудь особо. Счастье настанет сегодня. Верно. Бывай. Девушку из деревни.
Эскель. Thank you.
да, уж. Ты вернул? Бывай. Дождь? Вот такой у нас. Что? Еще один? Вон из нашей деревни! Довольно уже ведьмаки здесь вреда наделали! Вы не из Бароновых, правда? Слышал? Убирайся отсюда, мутант гребаный! Что тебе такого сделали, ведьмаки? Что сделали, что сделали? Пришел один такой, 2 дня жрал у нас, размышлял, значит, а потом и говорит, что милостиво согласится чудовище убить. Спрашиваю его, во сколько это нам обойдется? А он, что, дескать, не хочет денег, потому как видит, что беда кругом. И чего же он хотел, если не денег? Сказал, что в награду достаточно ему того, что у меня есть, но о чем я сам еще не знаю. И ушел. Только он за порог, моя девка врев. Спрашиваю, чего плачет, она говорит, мол, не сдержусь, прибью сукина сына. Так, и что? Скулит глупое, что бедного ведьмака чудовище уконтропупит. И из-за него, спрашиваю, такой рев? Ну, тут она мне и сказала, что он ее дурным глазом зачаровал и соблазнил. И вот она, значит, его награда. Ведьмачий ублюдок. Если это был настоящий ведьмак, беспокоиться не о чем. У нас не может быть детей. И слава богам, то-то бы вас расплодилось. Но того, что мне дочку коварно отымел под моим же кровом, не прощу. Говори, где он, я этим займусь. Так на кладбище чудище убивает. А чтоб ему трупоед кишки выпустил, ёбарю поганому. Разбойник на разбойнике, грабители сучьи дети. Вот это новость. Ну, посмотрим. Спасибо, спасибо. Очень ты вовремя.
Еще бы миг, и гуль меня бы по косточкам растащил. Собственно, я подумал, может, не вмешиваться, а понаблюдать за неизвестным боевым искусством. К какой ведьмачьей школе ты принадлежишь? К школе улитки? Тогда откуда у тебя медальон с головой волка? Ты настоящий ведьмак. Да, и настоящие ведьмаки несут в штаны при виде несчастного гуля. Отвечай, откуда у тебя медальон? Купил у бродячего торговца. Ой, нет, крестьяне идут. Не выдавай меня, умоляю. Чудовище убито! О, а это что такое? Двое ведьмаков. Мы с одним договаривались. Здесь только один ведьмак. А это мошенник, который бродит по деревням и дурит людей. Нет, все не так. Я все объясню. Мошенник! У нас тут для ловкачей свои наказания. Спасибо, что нам его выдали, мастер-ведьмак. Отведите его к деревенскому старосте. Верно. Он-то решит, что с паршивцем делать. Тому, что фальшивыми монетами платил, велел руку отрубить. Думаю, ваш староста и для такой провинности найдет наказание. Меч сразу заберите, а медальон бросьте в огонь. А теперь прощайте. Мастер-ведьмак, недалеко от нас. Сударь, у нас кругом кошмар. Что случилось? А вот погляди, что мне пришлось пережить на старости лет. Простой мужлан меня крова лишает. А я ведь родилась дочкой дворянина. Вся усадьба мне и брату принадлежала. Что с ним случилось? Как-то раз оказался в наших местах заезжий охотник. Я влюбилась и вышла за него. Когда мы с ним собрались уезжать из имения, так брат на меня до того разобиделся, проститься со мной не вышел. А вот теперь, спустя столько лет, вернулась я в эти края. Брата нет,
А люди говорят, что в старом доме завелись чудовища. Я мог бы заняться этими чудовищами. Хм, ты ведьмак, так? Обычный человек не стал бы предлагать помощь с такой охотой. Но да мне-то все равно, лишь бы ты был честный. Дом находится к востоку отсюда. Возьми ключик. Как разгонишь чудовищ, ключом этим открой шкатулку с моими сбережениями. Они твои. Там немало, уж поверь. Ты-то на что будешь жить? Мне хватит и крыши над головой. А если будет нужно, у меня еще осталось что продать. Но я знаю, вы, ведьмаки, даром не работаете. Поэтому без платы тебя не отпущу. Об этой усадьбе старушка и говорила. Растем. Чудище ловушек не ставят. Кто-то здесь есть. Вот и все дело. Всюду полно ловушек, надо смотреть под ноги. Потрепанный дневник. Читал знатный писатель. Может, здесь есть что-нибудь интересное? Растяжка. Вот и все дела.
Так, с этим разобрались. Растяжка. Так, с этим разобрались. Так, с этим разобрались. Растяжка. Интересно, от какой он двери? Какое-то движение. Сейчас зевать не стоит. Звук откуда-то оттуда. Надо думать, это и есть брат старушки. Что-то тут не так. Растяжка. Вот и все дела. Растяжка. Вот и все дела. Так, с этим разобрались. Чердак. Как бы туда подняться? Может, ее хватит, чтобы забраться на чердак? Посмотрим, что там наверху. Браво, Геральт. Ты обошел все мои ловушки. Лето? Признаюсь, тебя я тут встретить не ожидал. Ты с ними? А кто они? Для императора наемники. Сами себя они называют охотниками за головами. А для меня это обычные ублюдки. Что ж, меня-то можно не опасаться. Я принял заказ от одной старушки, обещал ей избавиться от чудовищ. Здесь я тебя уже выручил.
Надеюсь, ты не забудешь об этом, когда пойдешь за наградой. Хорошая мысль затаиться там, где полно чудовищ. Благодаря этому случайные люди здесь не вертятся. А к приходу неслучайных я приготовился. Убийцы? Император решил избавиться от неудобного свидетеля. После Лок-Муинна я встречал много желающих меня убить. Теперь понятно, зачем все эти ловушки. Приходится быть осторожным. И видно, не без причины. Эти на заблудившихся путников не похожи. Само собой. Значит, Людвиг меня продал. Людвиг? Старый знакомый. Работал я с ним как-то. Это он навел меня на это место. Что-то расслабился, дал заманить себя в ловушку. Все ловушки, которые здесь есть, я расставил сам. Надо от них избавиться. Ты идешь? Веди. У нас есть план? Будем импровизировать. Слабовато они вооружены для наемных убийц. Это только разведка. Проверяли, не обманул ли Людвиг. Остальные тоже где-то рядом. И твой старый знакомый, должно быть, знает, где именно. Только он знал, что я здесь. Значит, он и все и рассказал. А теперь я с ним немного поговорю. Разговор обещает быть интересным, я бы с удовольствием на это посмотрел. Так пойдем вместе? При виде двух ведьмаков язык у него развяжется куда быстрее. Держись рядом. Это место хер найдешь, если не знаешь, где искать. Держись поближе! Надо полагать, Людвиг этот... не лучший твой друг. Знаешь, как бывает в нашей профессии? Вечером пьешь вместе вино, а утром проверяешь, не обокрали ли. Как ты с ним познакомился? Это было еще до того, как король Фольтест оставил этот мир. В Эйдирне за Людвига назначили награду. Деньги были солидные, с обычными заказами тогда было туго, так что я решил достать этого ублюдка и немного приподняться. Выследить его было проще, чем убить утопца. Он кутил в золотом висельнике, в самом центре Хаги. Я поймал его, связал, а пост стражи заступал только на рассвете, так что у нас было еще несколько часов. Мы начали болтать, чтобы убить время. И так разговорились, что утром я его отпустил.
Поэтому ты ему и поверил. Думал, он хочет тебя отблагодарить. Я был глуп, а за глупость надо платить. Только за предательство надо платить дороже. Видеть тебя живым и здоровым. Неужели? Ну как же? Мы в конце концов старые товарищи. А этот вот кто? Новый товарищ, который знает, что ты предатель. Эй, думай, что говоришь. Ты на моей территории. В усадьбу нагрянули люди Вестера. Только ты знал, что я там. Ты сам говорил, что они идут по твоему следу. Может, они тебя выследили? Угу. С твоей помощью. Вы не пробыли здесь и 5 минут, а уже успели меня дважды оскорбить. Такую сволочь, как ты, оскорблять нечего. Внимание, господа! Это ведьмаки! Ведьмаки не нападают на людей! Для вас мы сделаем исключение. Лежи спокойно, не то истечешь кровью. Говори, где люди Вестера, и я дам тебе зелье, чтобы остановить кровь. Они к северу отсюда. В Залипье. Что-то я тебе не верю. Да с чего мне врать? Лет, прости меня. Я ж против тебя ничего не имел. Ничего личного. Последнее время у нас скверно шли дела. И мы попались под руку черным. А потом появился Вестер. Он предложил половину награды за тебя и охранную грамоту императора. Сам понимаешь, таким как он не отказывают. Понимаю. Эй! А мое лекарство? Видишь ли, Людвиг, таких, как я, не обманывают. Едем к Вестеру. Я с тобой. Вестер – нильфгаардское имя. Родом он, кажется, из Метины, но убивал повсюду, от Дальнего Юга до Драконьих Гор. Я о нем не слышал. Он брал себе разные имена. Брэндон Вильф, Аппа Саксон, Манфред Смешок. Манфред Смешок?
Хорошее имя для комедианта. Его жертвам было не до смеха. Он вырывал им зубы один за другим, а потом разрезал рот от уха до уха. Так у нильфгаардских уголовников наказывают за долги. Выходит, он сделал завидную карьеру. Из преступников на службу к императору. Да, ворон ворону глаз не выклюет. Смотри в оба. Ты думаешь, они правда здесь? Не знаю. Но, как я уже говорил, я стал очень осторожным. Косвали все не может. Лоб у ней как печка горячая. Сперва возьми. Бредит. Шумно. Теперь бог. Остлявая должна быть Я детишек вчера по грибы послала. Красивые кони. Они, должно быть, стоят больше, чем вся эта деревня. Отдохни. Что в этом сарае? Сено. У вас гости? Беги к родителям. Пусть заберут из дома все ценное и сматывайтесь отсюда. Понял? Вот молодец. Отдай это маме. А теперь беги. Что ты дал ему? Компенсацию. Будь здесь. И не вмешивайся, что бы ни случилось. Заткни уши. Что там такое, мать вашу? Гром какой или что? Молчать! Лето из Гулеты. Рад видеть тебя живым и здоровым. Забавно. Второй раз за сегодня слышу эту ложь. Это не ложь. За живого я получу больше. И сколько же? Хватит, чтобы прикупить усадьбу в Ковере и жить там припеваючи до конца дней. Неплохо. Не каждому везет узнать цену за собственную голову. Большинство не хотят этого знать. Но зачем ты пришел? Решил облегчить мне жизнь? Да мы тут мимо проезжали. Я решил, наконец, взглянуть на славного Арна Вестера. Ты мне льстишь. Жаль, не выйдет познакомиться поближе. А что такое? Уже уезжаешь? Нет. Просто я тебя сейчас убью. Собрался меня убить? А ведь ты меня даже не знаешь. Нехорошо. Придется тебя за это наказать. Но убивать я тебя не буду. Просто отрежу тебе обе руки. Всем поотрезаю руки. Одному за другим. И культяшки будут вам до конца дней напоминать, как вы ошиблись. Сука, ебись ты конем! Поговорить с человеком не дал. Он меня спровоцировал. Против тебя мы ничего не имеем, но одно неверное движение и... И что? Кончишь, как он. Ну, что скажешь? Идите своей дорогой, а я пойду своей. Мудрый выбор. Голову его берите и поехали. Пора сваливать из этой дыры. Ничего вы не будете брать. Хотите доказательств? Возьмите медальон. Нам нужна голова. Ты один, а нас трое.
Только пока я сюда добежал, Лето с болтом в груди завалил шестерых. Как думаешь, сколько у меня на вас уйдет времени? Бен, бери медальон. Пока бошку довезем, она сгниет еще. По коням! Двинулись! Замгребарский яд. Что-то не так. Тут. Если бы не я, тебе отрезали бы голову. А, ну вот ты и пригодился. Мог бы меня предупредить. А, тогда в забавы не вышло. Ты как? Ты, конечно, в сознании, но зангвибарский яд еще может тебя убить. Антидот есть? В сидельной сумке. Сейчас выпью и через пару дней буду как новый. Зачем ты все это устроил? Я говорил, что за мной гнались от самого Локмуинна. Их было много. Как-то раз я попал в засаду, едва не погиб. Тогда я решил, что с этим надо заканчивать. Раз и навсегда. Я разыскал банду Вестера и подкупил арбалетчика. Остальное ты знаешь. А что Людвиг, он тоже был частью плана? Нет, это неожиданное осложнение. Его предательство дало мне пищу для размышлений. Но я должен был рискнуть. Ну, мой план себя оправдал. Весть о том, что Лето из Гулеты теперь хладный труп, моментально разнесется повсюду. А мне остается исчезнуть. Ты мог бы переждать в Каэр Морхене. С твоими друзьями из Школы Волка? Нет, спасибо. Это плохо кончится. Скажи им, что тебя послал я, они поймут. Каэр Морхен, говоришь? Почему нет? Закончу кое-какие дела и отправлюсь туда. Тебе чем-нибудь помочь? Нет, спасибо, я сам справлюсь. В таком случае увидимся в Каэр Морхене. До свидания. Говорят, хозяйки добрые, хозяйки милостивые. Откуда столько доверия?